Всем привет! В этой нарезке увидите, пожалуй, одну из моих лучших каток за всю историю Хардстоуна. Если честно, это было максимально красиво. Ну ладно, перед началом ролика я хочу попросить у вас лайк. Давайте наберем на этом ролике максимально большое количество лайков. А также подписывайтесь те, кто еще не подписан. Ведь на канале практически уже 4000 подписчиков. Ладно, не буду задерживать. Всем приятного просмотра. Очень сильный герой. Но без Врея убрать не хочу. Давайте Йоксарона возьмем. Хочу Йога. Не буду ничего делать, я просто нажму обилку. Слабый стол, конечно, но что сможешь сделать? Плохой второй ролл. Не хочу я рисковать. Не хочу я рисковать. Тем более нажимать обилку в Нзота это полнейшая фигня. Эту страшилку я возьму, почему бы и нет. Хотя, ну пускай будет. Чего? Я не хочу отставать от лобби в плане таверны. Что за бред вообще? Ну, проценты присутствуют чисто потому, что у него вот эта вот сошилка. Отличный удар. Если сейчас, допустим, он ударит вот сюда, теперь эта фигня бьет куда-то... Вроде хватает. Ну, на победу, да, пойдет. Спасибо большое, сейчас. Спасибо большое, сейчас. Левел. Триплет. Слушайте, если сейчас будет Ривендер... Чё за бред? Чат, это вообще что? Вы понимаете, насколько это идеальная катка? Каждый ход идеальный. Каждый ход идеальный. Вообще каждый. Там вот бы первая тычка Ривендера... Ну, это, ну, все идеально. Просто все идеально. Если мне здесь еще дадут... Ладно, я пока ничего не буду говорить. Просто смотрим. Ну, это красота. А можно мне яичко еще? Смотри. Может, апнуться стоило? Очень сильный стол. Хочу ли я это сделать? Наверное, больше да, чем нет. Так я сыграю даже больше наверняка, чем не наверняка, я считаю. Вроде как. Если я не ошибаюсь. В 6 существ. Просто в 6 существ. Вот так вот. Это, наверное, я не хочу особо брать, потому что 2 золотые бомбы собрать, это, ну, это слишком. Ну, это какой-то пипец. Какая у Ютуба комиссия на донаты и спонсорки, не подскажешь? Вроде бы 30%, но я могу ошибаться. Вроде 30%, но это абсолютно не точная информация. Ну, согласись, красота. Стримера 2 и 2 по 0,5, пожалуйста, осуждай. За разочек. Ну, чтобы закрепить. Закрепительный удар. Закрепить успех. Секрет успеха. Я просто бил в Ривендера. Собака. Классический удар, конечно. Что поделать? Ну, реролить, наверное... Ну, не, реролить не нужно было. Не, можно было и обилку нажать. Но это больше бы, наверное, заруинило. А это, типа, более наверняка... Чё, когда вылетаем? Не вылетаем. Это топ-9. Гомункул или нож? Ну, тут как посмотреть. В разных ситуациях абсолютно разные карты. Это самая идеальная катка за... Вы вообще понимаете, что произошло в этой игре? Мне дали все. Это самая идеальнейшая... Это самый идеальнейший заход за последние полгода, наверное. Это новая часть, лучшая катка 2020 года. Новая часть на канале. Ну, слушайте, я за такой хайролл хочу попросить у вас лайк. Потому что такие игры происходят, ну, не каждую игру, могу сказать так. И мне кажется, вот за такой хайролльчик можно поставить вполне себе лайкоси. Разве нет? Не, я мог продать 3-3 и обилку нажать, но не хочу. Зашла речь про самую сильную карту, это написал Гомункул и нож. А, ну это да. Это две самые лучшие карты в игре, по факту. Ты единственный друг у меня в Хардстоуне, спасибо тебе большое. Ну, получается, что так. Спасибо за лайки. Не, ну, согласись, красиво. Ну, согласись. Если сейчас будет еще одна девчуля, 3-6. О, смотри. Не везет. Ну, возьму, почему нет? Вдруг. Не, ну вдруг. Возьму, может еще одна соберется. При таком столе я вообще все что угодно могу делать, мне кажется. Абсолютно. Вот, казалось бы, да, если посмотреть на мой стол, какой-то бред. А по факту у меня тут триллиард просто статы.
Мне вот эту картишку нужна. Как раз-таки она сейчас возвращается в пул, мы, в принципе... Вот это вот не очень. Вот это вот не очень удар был вообще. Мать жива в полном объеме, вот. Смотри. Не купилось. Ну, я надеялся, но не купилось. А, там те самые демоны, да? Блин, это фигово. Слушайте, а может быть так, что, ну, например, у меня проблемы большие. Ладно, Кадгар как план Б для девчули. Ну вот, очередное доказательство того, что 10-й ход для Оксарона ничего не значит. Попробовав 5 существ, может... не, хочу вот так. Хотя, кстати, можно было мать продать. Но я бы, не знаю, может быть, даже ослаб 50 на 50 проиграл. Сразу же на автомате будешь учиться ездить? Нет, я буду учиться ездить на механике. Завтра сяду, посмотрю, что это такое. Как это вообще работает. Не, ну я знаю, как это работает. Но в плане поездить, только завтра поезжу. План Б, план Б. План Б. Только и попробуй. Так. Самая идеальная катка за последние месяцы. Я вам серьезно говорю, это самый идеальный заход вообще, в принципе, я не знаю, у меня такого давно не было. Это очень красиво. Амиджаз, привет, добро пожаловать. Да, Йоксарон уверенный. Это самая идеальная катка. Если это не топ-1, будет немножко, конечно, обидно, но это идеально. Не знаю, это просто идеально. Смотри. Спору не зря взял. Вообще не зря. Правда, первый ударил, это не очень хорошо. Не, ну это, я думаю, не, это лайк. Это лайк. Не, ну как за такой лайк не поставить? Ну посмотрите на это. Ну это просто вообще жесть. Это просто жесть, посмотри. И опять собака бьет туда же.
Уже какое? Все раунды, да, Ривендера убивают? Вообще все. Так. Еще разочек. Закрепительный. Это очень красиво. Нет, это в срочном порядке на монтаж, это на канал идет. Это просто, это белиссимо, это великолепно. Что смог, то сделал.